Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Доброе утро. Я представляю компанию BSQ, Business Service Quality. Это консалтинговая компания. И зовут меня Ирина Ларина. Ирина, вы спикер нашей бизнес-части. Расскажите, пожалуйста, у вас сегодня будет выступление. Мне очень интересно, какая будет тема. Сегодня мы будем рассказывать про то, какой опыт покупки получают наши гости, покупатели в отделе кулинарии, когда есть собственное производство в магазине. И подскажите ваше впечатление, так как вы были и вчера тоже спикером, расскажите ваше впечатление от дискуссии, от выставки, от накала страстей на них. Насколько рынок проснулся, готов обсуждать, готов спорить? Рынок скорее готов не обсуждать и спорить, а впитывать новую информацию, все использовать для того, чтобы быть более эффективным, более жизнестойким, более гибким, да, и стрессоустойчивым. И вот я как раз рассказываю о том, какие барьеры к покупке возникают у наших гостей, у наших покупателей, и как, преодолевая эти барьеры, можно увеличить обороты и быть конкурентоспособным. Мы очень часто имеем замыленный взгляд, мы любим то, что мы создали, мы понимаем, почему система работает именно так. Но наши гости, наши покупатели совсем иначе воспринимают картину и видят совсем не то, что видим мы. И вот об этом и идет речь. Как эти барьеры снять и как улучшить опыт клиента? Приходите на выступление во второй половине дня. Буду рада всех видеть. Очень интригующе. Я надеюсь, все, кто посмотрит это буквально через 5 минут в сети, обязательно придет к вам на выступление. Спасибо вам огромное и отличного выступления. Спасибо вам.